Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hard.info. Сегодня я покажу, как же выглядит меню на телевизоре, на мониторе, точнее, Dell Ultra Sharp на 4 дюйма. Наше меню выглядит таким способом. Что? Чтобы в него перевести, нам нужно нажать на одну из этих кнопок. Они сенсорные, все как выключение, так и все 4 кнопочки перехода в меню и управления, да? Вот мы их видим здесь внизу. Так вот, чтобы ими пользоваться, мы нажимаем сперва на последнюю, четвертую, будем называть проводника, и с помощью третьей можем перейти в меню. Переходим в меню, где мы видим, у нас есть Brightness, у нас есть Path Source, и у нас есть другие настройки. Чтобы двигаться, это первая, вторая кнопка, двигаться вверх-вниз, да. Можем передвигаться, к примеру, вот дошли мы до меню язык, да. Можем, к примеру, зайти и поменять здесь язык на нужный нам. К примеру, у нас английский здесь стоит. Мы, например, поменяем на русский, чтобы вам было удобнее в следующих видео это все смотреть. Вот, язык уже поменялся на русский. Меню у нас довольно-таки обширное. Я вам, конечно, показал уже одну из функций, но перейдемся по меню еще более детально, да. Есть персонализация, есть еще другое, где мы можем посмотреть подключение, звук кнопок и другие всякие настройки, также сброс. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания. Thank you.